Дети любят есть сладости всегда и везде. Но не всегда эти сладости могут быть полезными. И сегодня я хочу предложить вам новое блюдо – рогалики с финиками. Начнем делать тесто. Раскатанную лепешку мы разрежем на 8 частей вот таким образом. Получились вот такие треугольнички. На каждое основание треугольничка выкладывается финик. И от основания кончика скручивается. Получается вот такой рогалик. Выкладываем на противень. Ну, раз уж мы с вами говорим о сладостях, то как же мы обойдемся без конфет? И сегодня мне хотелось бы приготовить конфеты из киви. Также в этих конфетах будет миндаль. Я его предварительно очистила от кожуры, замочив на 20 минут в горячей воде. Сейчас я буду чистить киви. Приступим к формированию конфет. Чтобы масса, из которой мы будем лепить конфеты, не прилипала к рукам, я смочу руки в воде. Берем небольшое количество, формирую шарик и внутрь кладу наш очищенный миндаль. Мы обваляли конфетку в кокосовой стружке. Вот такая конфетка получилась. После того, как все конфеты будут готовы, мы их положим в холодильник на 2 часа. Наши финиковые рогалики готовы. И я приглашаю вас на наше вкусное сладкое чаепитие.